Бля, погода, а погода, вы посмотрите, солнышко. Стекла намыли уже. Подъехали к этому красивейшему зданию. Сейчас выйдем, поснимаю. А, что делаем? 8 утра, да, вот просыпаешься, ты такой красавчик, радостный. Думаешь, ёбушки-воробушки, домой сегодня поеду. Но вспоминаю, что не работают колонки. Две колонки, блядь, играет вот эта вот шушера, вот эта вот маленькая, вот эта вот херь. Значит, что, я тут уже, я уже час, наверное, сижу, пытаюсь и прозваниваю. Провод, так, смотрите, прозвонил я проводку на колонки на эти, на динамики, не динамики, колонки. Колонка это в сборе, колонка это вот колонка. Вот это вот, все в сборе, вот эта колонка, а вот этот динамик, так, чтобы... Кто тут есть, там кто-то писал про отверстия, про дырки. Какая разница, если суть одна, блядь? Что за люди, блядь? Ладно, это. Разницы-то никакой, ну ё-моё, принцип понятен. Мы делаем всегда в спешке, все. Главное, делаешь своими руками и показываешь, как это, по моему мнению, должно быть. Ладно, про этот. Чувствую, кстати, скоро, ребята, я отключу комментарии, потому что это... Невозможно, иногда такие тупые эти, Рома там не успевает блокировать, блядь. Там просто идиоты где-то пишут. Короче, прозвонили мы проводку на этот динамик, все хорошо, на тот динамик, все хорошо. Что может быть? Сгорело, ну что-то с динамиком. Сейчас я хочу, блядь, открутить. А, значит, канал, я проверил, на канал идет. Все идет, короче, чуть четко. Сейчас скажу, напряжение в ток опять начнет. Там, мне разница какая. Главное, звук туда должен. Откручиваем эту колонку. Для чего я ее откручиваю? Потому что, чтобы... Что делать нечего. Ждем грузчиков. Народ тут подтягивает. И звонят. Да вы уже одолели, прикиньте, да? Уже миллиард тысяч, миллионов звонков, там какие-то предложения, купите то, возьмите это. Я хочу эту колонку открутить и с нее взять два проводка, блядь, чтобы не тянуть. Провода-то у меня есть. Смотрите, как они. Есть место. Короче, я хочу... Блин, погода вообще шепчет, поедем сейчас машину мыть. Бля. Работает. Блять. Пить. Как? Она только что не работала, блять. А сейчас работает. Что делать? Достал, называется, когда есть, да, настроение, что-то поделать. Начинает тебе тарабанить так. Предлагаю, короче, подключить на нее. Подключить фронт. А тыл, потому что фронт всегда, то есть заводской срез, на фронт долбящий такой стоит. Срез, то есть он все частоты должен играть. И прям, ну я и слышу, что они всегда тише играют. Мне приходится на них больше делать нагрузку. И мне есть вариант, что канал. Нам надо, короче, поменять, сделать их фронт, а это будет тыл. Тыл обычно там моно что-то играет. Может, их вообще, в принципе, нам этих двух должно хватать вот так. Ладно, сейчас я подключу. Значит, что мы подключим? Вот это у нас идет на вот этот динамик. Мы сейчас меняем местами. Получается, откручиваем проводку на динамик. Смотрите. Бляха, муха. И возьмем, то есть, он у нас сейчас все четко. Он задний правый он у нас. Вы представляете, такой, блин, задний правый. А мы на него сейчас подключим передний правый. А передний правый, вот у нас серенький проводок. О, потухло что-то. О,
понятно, ё-моё. Короче, все нахуй. Сущи их отрежем. У нас где-то коротыш. Надо выключить магнитофон. Где-то коротыш сидит. Ребятушки. Поэтому он так тихо играет. Где-то сидит коротыш. Ничего страшного. Время есть. Целых 5 минут надо, чтобы отрезать, порезать. Я хочу что сделать? Блин. Нам надо поменять их местами. Грубо говоря, вот это. Что выходит? А, разобраться с коротышом, да, говоришь, надо? Блин, у нас, видите, какая шлепендрия. Предлагаю вообще отключить, но его пока... Временно мы сейчас его отключим, наверное. Включим временно. Вот так вот отключили динамик, чтобы не было коротыша. И подключим на него. Бля, как поставить камерун? Ребятушки. Чтобы оно не тряслось и вам все видно было. Да, неизвестно. Ароматизатор выручит, да? Оп. Так. Тут черный плюс. Тут плюс без полоски должен быть. А там надо в полке колонки эти доставай. Опачки. Все. Времяночку замотали. Так, подожди, надо заизолировать. Ребятушки, обязательно изолируйте. Он может тихо также начать играть, если вот эти будут не заизолированы. То есть где-то плюс с минусом. Сомкнется, он начнет тишину давать. Да? Тишину давать. Ха-ха-ха-ха. Сейчас как качнет. Тут у нас этик. Этик. Ты как успешные проводки потерял. Дай бог. Сейчас вот и хрен достанешь оттуда. Ладно. Обождите. Там, короче, я. Блин, вставил там этот провод. Так, давайте проверяем. Че мы тут? Мы тут не изолируем. Я не изолирую, потому что проверить на канал. Вообще, все четко получилось, а нет. Сейчас мы. Друзья, точно, я скоро камеру куплю, по-любому. Причем скоро, это прям очень скоро, знаете почему? А что, все работает? Вот я ее подключил, там щум идет, сейчас как качнем. А, думаю, что говном воняет. Вон она приехала, откачка, елки-палки. Вот это да. Так, это, что хочу вам сказать. Камеру куплю, потому что посмотрел ролик, который выложил сегодня. Бля, я с вами полностью согласен. Ну такого говна в плане качества. Ну это надо еще поискать. Так что где тут хоть какой-нибудь проигрывать? А, ну помеха дает мой. Поняли, да? Работает. Да будет счастье. Мне вот эти уже даже не нужны, я их сниму. Кабину все равно будем менять. Очень круто, очень круто. Бля, у меня тут такие треки есть. У меня вот этот... Ну, типа такой играл на свадьбе сестры. Это 91-й год, по-моему, блин. Мне было там 4 года. Или 3. Вечер снова ждет. Но вам, вы не слышите, потому что с моей камерой она не передаст тот кач. Это
интересно, друзья. А, мы же отключали. Все правильно, верх у нас не работает должен. У него гранитный камушек в груди. Ну да, да, не работает. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Короче, я их сейчас местами просто меняю. У него гранитный камушек в груди. Меняю местами. То есть тыл, фронт и все. Потому что мне кажется, а вот эти заиграют сейчас на фронте. Мучаемся дальше. Пока есть время. Чем заняться, как говорится, да? Это... Вчера не работает. Чем заняться во время... Это не разгрузка даже, мы просто ждем, стоим. Как бы ничего не прибавилось, друзья. Прибавилось только, наверное, может, тесно нам зарплату хоть чуть-чуть-то выплатили. Есть охота уже. Мы вообще на парах. Ну, короче, кстати, вы поняли, да, какой экономичный? Многие спрашивали про экономичность. И, ну, какую машину вот выбрать из Мерса? Почему мне нравится? И я не хочу я турбовый мотор. Хотя есть варианты, например, продать этот и купить турбовый мотор. Почему я не хочу? Цена. Себестоимость поездки, блядь, она в разы увеличится. Я проехал, у меня расход 13-14 литров, да? Вот я доехал, спокойно, у меня соляра есть. 700 с чем-то километров. Вы сами видели, 2900 я заправился. В баке там был. Короче, у меня полный бак, хватило 100 литров, вот я доехал сюда. Спокойненько. 13-14 литров расход. Чё? На турбомоторе так вы не съездите. Даже на Атеге 4-цилиндровый турбомотор вы так не съездите. 18 со старта. Меньше? Нет. Кто вам будет говорить, что она ест меньше? Ну, у нас сколько, вы видели, сколько встречаются знакомые. Меньше 17-18 литров ничего не ест. Все, что турбо. Потому что турбо, хотя должно быть экономичнее. Не знаю почему. Хотя знаю, но не буду говорить пока. Потом какой-нибудь ролик снею. Поэтому лучше атмосферник. Вот даже там кто-то написал сейчас, то, что у меня также коптил, да, мотор. Я что он там гильзовал вперед и удачи, друг. Это не ну, может быть, это и гильз, но я не думаю, что это, причем тут гильзовка копать. Короче, я не к этому вообще вел. Вот он написал, что два года машина проехала, с его слов, что она коптила, там не коптила, и потом он только сделал ремонт. На турбомоторе никогда вы не отложите этот ремонт. Турбомотор, ну, загнется быстрее, потому что нагрузки на него больше. Поэтому можно не думать. Даже. Нет, однозначно, мой совет, сугубо мой. Берите не турбо. Это не гоночные болиды, тем более вы берете древнейший аппарат, как бы, прям древнейший. Баланс. Бля, у меня сигарки есть. Надо сходить сигарку пить, а то я как у сторожа собрался стрелять. Это. Вы берете древнейший аппарат и не ждите от него, что это будет ракета или пушка-бомба. Вот это будет, вот оно, блядь. Вот дырки и хуирки, блядь. Вот такое. Но чистота, комфорт. И я знаю по-любому, что я вернусь. То есть, блядь, опять память заканчивается. Долго с вами я. Решил поболтать просто, думаю, что пусть. Могу же я с вами поболтать немножечко. Ничего же страшного тут нет. А где болтики? Ребят. Блядь. Потерял болтики, короче, Васек. А я Алибабаевич, люблю терять всякую фигню. Тут. И этот то-то. Сейчас, блядь.
попаду, да, одной рукой. Все, меняем каналы, проблема найдена. Походу в этих коротыш сидит и он тушит. Короче, главное, колонки целые, а то они недавно куплены. Будем качать сегодня, весело поедем домой. Давайте, может, еще включусь. Ребята, сгорела у нас та колонка. Не знаю почему, но та, короче, не работает больше. Это я выяснил, почему не работает, потому что один провод всего. Надо искать второй провод, блядь. А, жесть, я тут все переворотил. Короче, посидите спокойно. Мы никуда не торопимся. Блять, холодно только. Пошлите поедим. И посмотрим, если там будут за 1000 колонки, то возьмем 2 вот такие новые колонки. И все, блядь. Не будем даже заморачиваться. Не будем даже заморачиваться. Да? Пошлите в окей. Такие стеклоочистители. Мы же в Питере тут. Много финских товаров. 179 рублей, 3,5 литра. А есть концентрат за 179 до минус 70. Фин типа. Прикольно, да? Это не без акции, они неинтересные. Взяли, короче, за 179 рублей. Пойдем дальше искать что-нибудь. Путь его не купили, поесть взяли. Ну и жидкость эту. Финскую, не замерзайку за 170 рублей. Просто ради интереса. Хотя мне и Таня устраивает. Так, провод я достал второй. Колонок не было. Так, надо проверить динамик. Сейчас мы его вот сюда. Пятю! Еще у нас новость. У нас закончилась столяра в автономке. В Чальбе, да. А надо там еще выгружать и выгружать. Короче, беда. Ладно, сначала, наверное, поедим, а потом будем заканчивать. Но это не играло. Слетел один провод. Все четко. Она не сгорела. Так, эти играют. Я не знаю, вот это для чего. Уберем вот так. Все играет, ничего не погорело. А, это, как говорится, мозги погорели. Давненько с электрикой не возился. И сами знаете, когда долго что-то не делаешь, начинаешь очковать. А, беда в чем была? Все, я нашел, все колонки играют. А осталось полярность подобрать, но сейчас полярность, блядь, полярность, сейчас посмотрим, покажет он, по-моему, должен рулить, спрехать, да? Нет, то есть он всегда минус, да, берет? Сейчас я вам просто покажу. Минус. Плюс. Да. Смотрите. Беда была в чем. Короче, вот это, провода, которые от магнитофона через еврофишку эту. Они вот тут переломились просто. Все. В местах соединения. И ничего не играло. Та-дам! Все играет, с колоночки качает. Просто. Жалко, будет новая камера, бля, зацените, как долдонит. Сейчас полярность все правильно подключу. Я поменял сразу же. То есть это был фронт у нас, все как по правилам. А это был тыл. Сделал я обратно, потому что фронт больше частот играет, чем тыл. Я сделал, а здесь, бля, как бы запас тыл, ух. И срезы там, все четко сделано. Конденсатором или сопротивлением, бля. Ну, короче, срез все четко, бля. Я могу теперь настраивать здесь. Это. Так что... Чё? Проводов прикуриться? Есть. Есть, а есть от чего у тебя прикуривать? А, у меня 24 вольта. Ну провода есть, если что, найдешь эти. Найдешь аккумы, я все равно здесь чувствую не быстро. Короче, я очень рад с музыкой. Я столько, оказывается, ездил без музыки. Провода, видите, провода купил раз за рубас. И все, теперь все ходят. То, блядь, на платке нас... Эти фура, короче, просила, тоже оставляли им. Отдал он потом с Артемом. Передал. Все, сейчас полярность. То есть плюс-минус, сами знаете, да, есть полярность у каждого динамика и у магнитофона. Сейчас полярность я вот нахожу чем. Вот тестер, видите, нули.
Сейчас я камеру. Видите, минус загорелся. Значит, неправильно. Не говорит ничего. Значит, правильно. Это красный. То есть вот это плюс выдает. Все. Здесь он черный. Просто черный плюс. Тут, видите, черный. Большой. Обычно большой плюс. Тут они для нас подписаны, для Вась. Вот, видите, плюсик черный. То есть все четко у меня подключено. Потому что у меня это громче играет, чем это. Значит, вот тут полярность надо будет поменять. Сейчас эту подсоединю сначала. Ну и все, потом, если успеем, пойду покажу вам, чем мы были загружены. Может быть. Тебя не похвалишь, никто не похвалит. Эй, Виталя, молодец. Полярность соблюдена. Все проверено с помощью независимого, как говорится, прибора, по которому лет уже в обед. Спасибо бате, подогнал мне когда-то еще далекий, очень давно, 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 давно. Все, идем, идем, бля, холодный пиздец, из автономки вообще шило. Поеду сейчас заправлю сразу полный бак, там 10 литров. Пойдем посмотрим. Ну чё тут? Как процесс? О, еще куча! Что вам? Она фурой вообще разгружаться долго. Сейчас закручиваем. Последнее. Там все собрано. Все полирнем сейчас. За этого. Короче, включимся. Ёбушки-воробушки, нихера я накрутил. Короче, все сделал, как я вам сказал, поменял фронт с тылом. То есть теперь у нас в дверях фронт — это тыл. Как все знают, что тыл не играет вообще. Высокие, как бы, фронт играет все частоты. Бля, накрутил так. Короче, он теперь не срет. Ну как не срет, то есть не просаживается даже. Вот у меня бас-буст на всю. То есть как будто саб стоит. Но еще саб по-любому будет когда-нибудь стоять. Я вообще рад. Просто музай качает. Главное, чтобы ничего больше не сгорело. Давайте я вам покажу, что мы это взяли. Давайте посмотрим вместе с вами. Я просто люблю всякие такие вот ништячочки. Ну, японские, корейские. Мы с Дальнего Востока. У нас там Японии просто жопой жуй. Это. Финская. Здесь Финляндия. Я хочу Финляндию, но у меня нет загранпаспорта. Смотрите, антидождь эффект 170 рублей. Какая-то финская штука. Минус 20. 3,5 литра. Специальная жидкость для очистки ветровых. Так, безопасная. Просто шикарная жидкость. Что тут не содержит? Никаких штук. Биоразлагаемая. До минус 20. А чё, где тут Made in Finlandia, что вот? Произведено по заказу и под контролем Хельсинки, Финляндия. А изготовитель Текомхи... Блядь, я-то думал, что это русская... Ой, финская чистая. А если наши? Наши туда по-любому воды добавили. Ёбин. Ну и ладно, 170 рублей. Пойдемте заливать. Сейчас как зальем, как у нас будет... Кстати, про антидождь хотел... Надо где-то дешманский антидождь нароить. О, блин, были с вами в Окее, да, и не купили антидождь. Сейчас бы натерли стекла, пока они выгружают. Ай-яй-яй-яй, яшеньки, йо-йо. Сейчас пойдем зальем. Слушайте, да и ладно, что, я вам хотел майфун показать, то, что я тут все хотел колонки менять. Это к чему вообще все? Это к тому, то, что, ребята, сначала надо разобраться. По чуть-чуть смотрим провода, по мелочи, по мелочи, по мелочи. Я говорю, я сейчас просто очень рад, что у меня так играет. Просто качает, как, ну, как в легковой машине, очень. А для нас, для перевозчиков, мы очень много времени проводим в этой кабине. И очень, очень надо, чтобы играло достойно. Ну, помимо того, что машина ехала и все было технически исправно. А сейчас я пойду заливать жидкость, а вы смотрите видос.
Я не знаю, обратку буду снимать, не буду. Но там ничего интересного, наверное. Сейчас будет, если что-нибудь прикольное, я вам сниму обязательно. Давайте, пока.